Короче, ребят, всем привет на канале. Нахожусь в складе Дизель Техника магазин. Петя вот мне тут предлагает вообще офигенные прокладки на вид. Силиконовые. На этот. Ну-ка, Петя, вот этот край подержи. Короче, выглядит она вот. Вот так вот. Это на поддон, да, Петя, прокладка? Да, масляного картера. Масляного картера. Так, отложим сюда пока. Вот они вот так выглядят. Что стоит? 450 рублей. Вот такую я вот тоже он мне показал, но тоже возьму. Чтобы герметиком не мазать, попробую поставить на пионерчика. И вот под эту тоже. А то я каждый раз этим ножом, там, этим стамеской шлифую этот герметик. И он бывает, перемажешь здесь, он туда выпадает, с маслом попадает в поддон и прилипает к этому, ну, всасывает, который в насос, в заборник, короче, прилипает. Короче, это я возьму, ГБЦ возьму. В общем, кому надо, в Дизель Технику вот пришли такие прокладки. Это город Екатерин, Свердловская область, город Арамиль, Дизель Техника магазин. Короче. Это не будешь брать? Не, это пока не надо. Ну тут, короче, все у них есть. В складе, блин. Вот радио забыл выключить. Ладно, посмотрим.